А, только РФ, смотрите, все в РФ. Логично. В принципе, логично, да. Скоро у нас так будет, видимо, совсем. В общем-то, если так дальше пойдет. Будем только он ВК-видео смотреть. Гуй, да. Набор сокращения по возрасту. А, я слишком молодой, видимо, для ТикТока, понял. Ладно. Ну, тогда, значит, и не надо. Тогда, значит, больше и не пойду, значит. Мне еще рано, значит. Так, 119, поехали. На мать. О, суп! Надо бежать. Надо бежать, надо бежать, надо бежать, надо бежать. Бежим. Пока еще не бежим. Надо проверить ставки ваши. Спринклер и суп. Нету ничего. Ну-ка. 7N20DQMF. Побежали! А! Яйкс. Титер законченная. Теперь законченная. Бежим, 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 бежим. Сливка пошла нахуй. Пошла в пизду. Опять скорость хуевая. О, плацента. Вау. Че, будем фармить плаценту? Ё-моё. Ё-моё, сейчас был бы второй контейнер, я бы нахуй фармил. Я бы это фармил, сейчас был бы второй контейнер. А может он будет? Бля, серьезно? Бля, да нет, да камон. Да ты сука, что ли? Да в смысле? Я не хочу, это будет нахуй на весь стрим. Эта хуйня. Да в смысле? Блять, это будет так долго. Ну, сука, ранг говна. У меня сейчас без супа нихуя билда не будет. Ранг говна. Надо фармить. Ну, типа, это первый этаж, камон. Это первый этаж. Это первый этаж. Да суп он все равно умрет. Че толку, билд хуйня. Суп он живет два этажа максимум. Это типа его максимум. Он дальше не выживает. Так что не. Бля, еще я, кстати, хуёвый. О, кстати! Кстати. Я же успел на Фаготана, мне еще дали бомбу на халяву. Смешно. Смешное. Ой, смешное. Это смешное. Это не смешное. Это печально. Это печально. У меня нет скорости для смолрока пока что. А она каждый раз падает? Wait, what? Стоп! Это... Wait. Это каждый раз так работает? Wait a second. Wait a fucking second. Ногой поискать? Это на самом деле не самая хуёвая идея. Но... А подожди, а я активку потеряю или нет? Я боюсь потерять активку, ничего. Не, это хуёвое дело, ладно, я не буду этим заниматься. Тем более, мне надо найти только вторую секретку. Я боюсь, я не хочу этим маяться. Но по идее не потеряю, если она останется просто на этаже. Я не знаю, где лучше. Тут? Или сверху? Окей, я угадал, хорошо. Так, ладно. Но не, я заниматься этим не хочу. Слишком душно. А, окей. Плацента хайп. Спасибо, Лис, нефильтрованная за комиссию. Так, вот это лучше открывать, когда у меня будет ХП. Меня могут затрулить.
Меня могут затроллить. Вики, ГГ, первый, второй, Сакрум, одна бомба. А, ну логично, да. То есть вместо монет получаешь одну бомбу. Это прикольно, это прикольно. Я знал, что там бомба дается, думаю только, что один раз, а не два раза она дается. Забавно. Думал, это типа одноразовая акция. Оказалось, это не одноразовая акция. У меня, кстати, ультра хуёвый стык. Ё-моё, 2,8 урон, 2,2 тирейт. Кошмар. Вопрос, хочу ли я попробовать таблетки. Таблетки. Вопрос еще по второй секрет. Она, кстати, она почти очевидна. Она где-то здесь. А, окей, найс. Ха-ха, блядь, да камон! Отпустите меня, я не хочу этим заниматься. Я не хочу себе такой жизни. Отпустите. Кто эту плаценту ебаную в игру вообще добавил? Какой уёбок? Зачем? Блять. Ну пиздец. Ну я ж не могу отсюда теперь уйти. Все. Все, блять. Теперь все. Ну ладно, сегодня были раны быстро, видимо. Раны последние будут медленные, ладно. Забалансим. Забалансим. Ну нельзя такой ран не фармить. Это ран хуета. У меня вообще ничего нет. У меня 2 хп типа и 0 айтемов. Чайку, ну если кофе заканчивается, правда. Кофе постепенно заканчивается. Это надолго, да. Это надолго. Я вообще сделал уже 4 тычки, да? 4, да, ведь? По-моему, 4. Ну, как бы не, еще много. Еще все намного. Еще 2 минимум, а там дальше смотря что будет. А я не могу делать это коннект, у меня игра в этом будет, в рассинхроне будет. У меня на паузу игра встанет, если я пойду сейчас в другую браузер. Машина, бля, машина, мне кажется, невыгодна будет. Да, кофе, у меня кофе самый обычный. Я не, это не сильно наркоман в плане кофе. Просто обычный кофе растворимый. С молоком просто. А, это была 6-я тычка. Окей. Так. Ангелоёб. Ангелоёбим. Я рискую на самом деле сейчас сильно. Я если ангелоёбну, это будет ГГ. Вообще, наверное, это хуёвая идея. Нахуя я это делаю? Я все равно хп тут же просру. Это плохая идея. Это плохая идея. Ну окей, это уже хорошо. У меня будет ангел на Б2. У меня хп как раз особо нет и... Это самое оно, сейчас быть на ангелах. Интересно. Интересно. Это я на волк. Да, получается, сейчас 7-я будет либо хп, либо айтем. Либо хп, либо айтем. Автомат взрывать не надо раньше времени. Автомат мне еще может пригодиться тоже. Так, лучше, наверное, никуда не ходить. Лучше стоять на месте. Лучше особо не дергаться. Типа, самое сложное будет, когда будут тролль-бомбы, кстати. Вот это будет самое сложное. Там будет прям опасно. Тут лейаут просто уебанский. Сакрумы. Он просто уебанский. Мне могут не дать выбежать. Блять. Сакрума максимально просто уебанская. Самый дебильный, блядь, лейаут из всех. А, ну вообще да. Да-да-да-да. Я могу сюда... нырнуть. Это правда, да. Я могу вниз убежать. Да. Ваша правда. Повезло, что есть
секретка на самом деле. Повезло. Повезло. Без нее прям было бы плохо. О, там душнение пошло, я даже не понял. Там душнение играл на фоне. Как раз музыка под плаценту. Музыка для плаценты. Нет, дальше я уже не буду фармить, скорее всего. Я сейчас, скорее всего, получу все, что хочу, и дальше просто можно будет доигрывать. Зачем я это делаю? Ну хотя, подожди. Подожди. Что тут еще было? Даже не был хелсап, да, ведь? Не. Вообще ключ мне может пригодиться. Ну, у меня 5 копеек, 5 копеек мне на аркаду может пригодиться тоже. Тоже пока тратить неохота. Я думаю, да, до монеты или сердец я хочу дофармить. Это, наверное, хорошая идея. Это, наверное, хорошая идея. Рукнула. Спасибо за 200 аноним. ХП. Блин, ХП неудобно прокнуло. ХП неудобно прокнуло. Ладно. Чё, он не играет опять? А, опять зависло. Да, я уже говорил про языку, я не могу. А, это мы с этим видос видели, да? Это хорошее видео. Чат. Впитывайте информацию. Впитывайте. Записывайте. Телевизор с лупой, что? Чё мы нажимаем? С лупой. Блять, мне страшно. Мне страшно. Как это лучше сделать? Я больше меня ангел ёбнет. Где он появится, если я нажму на шипы? Где он появится? Типа я тут нажимаю на шипы? Я просто боюсь, что я не смогу, сука, снизу убежать. Типа, если я нажму на шипы снизу вверх, он же не может подо мной появиться, правда же не может? А вдруг нахуй может, блять? Я не помню, где он появляется. Какой кринж. Какой кринж. Бля. Я говорю, вот эти вот канавки, они прям мне ломают жизнь. Они ломают мне жизнь просто. Это просто пиздец, это так плохо. Это самый уебанский лейаут Сакрумы из всех возможных. Просто нет хуже. Что-то это вот параша. Бля, я даже не знаю, нахуй. Это прям сыкотно. Можешь попробовать Bloodbath высрать, но, сука, это будет... Это будет так долго. Время проверить? Так я не проверю. Как я проверю? Снизу. Он появляется снизу. Снизу, нахуй. Но там были айфреймы, так что ладно. Он появляется... Причем, возможно, это рандом. Но, возможно, нет. Я, кстати, не уверен, это рандом или нет в этой руме. Ладно. Но я знал, что я смогу пройти все равно. Его можно это... Толкать его можно, так что ничего страшного. А всегда, ну... Я этой хуйней занимаюсь очень редко, типа, таким фармом через плаценту, поэтому как-то я особо не запоминаю такие вещи. Хотя это надо знать. Это надо знать реально. Это порой бывает важно.
Спасибо за рейтеру, Димбо. Здравствуйте, рейдеры. Сейчас хп. Мы плаценту фармим. И смотрим Айзека в Айзеке. Короче, все сложно. Все сложно. Мне гайд скинули, нет? Я не слушаю. А всем пока, все, я уже просмотрел. Нет. Не сломаем все-таки, видимо. Не сможем. Все же не удастся. Всем пока, да. Всем пока, чат. Все поняли? Там записывать надо. Там много информации было. Плацента сработала. А какой шанс у плацента, я забыл? 1-3 или 1-2? По-моему, 1-3. Да, привет еще раз, Рудимбо. Чем занимались на стриме? Каждую минуту? Не, я знаю, что каждую минуту. Я про шанс. А, 1-2, окей, 50%. Я знаю, что он раз в минуту либо прокает, либо не прокает. Вообще-то довольно быстро так-то сейчас и... Получу хп, то в принципе я буду доволен, наверное. А вот если нет, то вот тогда... Тогда у меня для вас плохие новости, чат. Тогда я пойду, наверное, на автомат фармить. Увы. 1-1. За кофе я сейчас пойду, если не будет хп, то я пойду. Делали игру мы, программисты, генды. О, ничего себе. Уважаемо. Итак, плаценту на прохождение ультрахарда фармил. Не, ну ультрахард это... А, да, Стив, прохнул. Ультрахард-то там понятно. Деньги. Сука, деньги. Бля. 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 Не пошло. Я же потерял одно или два синих, да? Да, я потерял два синих. У меня было два синих на старте. Может, таких холца будет еще один? Нет, я не знаю, что они делают. Я не знаю, что они делают. Ладно. Таблетки пока мне не нужны, получается. Ладно. Скоро вернусь. Пока отойду. Ненадолго.
Так. Ага. Пол хп отхил, понял. Спасибо, плацента. Что происходит? Происходит выживание. И троллинг, возможно. А были таблетки одинаковые, погоди. Вопрос. Да. Можно попробовать таблетку тыкнуть. Хотя бы одну. Потому что если нажму одно, это может быть хилдаун, я хп не верну туда обратно. Рейнджап. Окей, рейнджап это полезно хотя бы. Это по крайней мере полезно. Нет, все есть не могу, у меня может быть хилдаун среди них. Это будет очень больно. Это будет очень больно. Черный экран. Где? Вроде стрим идет. Вроде не должно быть черного экрана. Не знаю. В телевизоре. В телевизоре ездил. Даже посмотрел. Правда, ты прав, черный экран. У телевизора. Тут верю. Плацента. Ну, что-то я забайтился, да. Ну, вроде ранг говна. Первый этаж плацента. Получил хелсап еще. У меня было 0 красных, а в итоге стало 2 красных. Так что... Не знаю, как будто вроде можно и пофармить маленько. Сран очень слабый. Я не думаю, что я буду фармить прям долго, но я, наверное, потыкаюсь чуть-чуть и пойду, наверное, дальше просто. Ангел, благо, есть, так что я, в принципе, чуть меньше переживаю об этом ранее сейчас. Я хотя бы сделку вижу теперь. Без проблем. Этот Евхарист, в принципе, пришелся довольно вовремя, скажем прямо. Довольно кстати он тут пришелся. Гнилой... Милой, да, но я деньги отдавать ему не хочу. Он очень жадный обычно. Ну, бывает, да, приколы дает. Я бы скорее бы хотел бы от него... Костяное. Причем здесь 2 протухших на одном этаже, это смешно. Даже 2, а не 1. Это редкое явление. Ну ладно. Спасибо, чел, 200 на нем. Ты что, новый лайфхак что ли будет? Еще лайфхак. Что-то топ-10, что-то там. Интрига. Подожди, интрига бешеная, что там такое будет. А, крутых песен, окей, я думаю, там что-то опять из-за языка будет. Блять, ёбаная пауза. Все, шаги сгнили. Уже на то, никто не выжил. Это крутые песни, правда. Качает. Очень круто. Дэнси. Ну, Абель не особо дэнсит, он не сильно видно, чтобы он прям танцевал.
Копеечка, копеечка. На бусраж? Не, уже не успели. Может, на хашу успеем. А подожди, хаша не будет, что на мать. Тут нету хаша. Увы. Да, я могу лунную походу. А не, погоди. Нет, не могу, я же только передом хожу. Я не могу ходить задом. Не. Так вроде не получится. Увы. Короткий топ. Потанцевали и хватит. Опять не отхилила собака. Наверное, еще раз ударюсь и сделаю full health, и пойдем дальше. Все-таки я, как наша гения стриков, я 3 часа один раз все же не готов фармить плаценты. Это все же явно перебор. Эти машины, скорее всего, да, у них есть эта хуйня. Автоматы тоже вроде все седированы. Ты проверил, пес, да? Ну я понял, понял. Вот я сид добавил на экран. Буду банить за подсказки, сразу говорю. Навсегда. Навсегда. На всю жизнь. Это я не для вас сид поставил. Подсказки. А вот такие подсказки. Которых даже нету. Подсказка в отсутствии подсказки. Угу. Вот так вот. Вот так-то. Спасибо, 44. Спасибо за ресап. Ой, 144. Число такое хорошее. Раз формула скоро снова. Спасибо еще, Бесянин. И опять оно само не играет. Да что ж за проклятие такое? Ебучий ж ты, блядь. Ау. Теперь пошел. Вот. Да-да. Они самые резончик. Они самые. В Баку было заебись. В Баку вообще было заебись. Я думаю, и в Сингапуре будет весело. Там тоже насрут, наверное. Не сомневаюсь. Ладно. Сделаем full health и пойдем дальше. Слишком долго. Слишком долго. Так и не может ничего. Ну да. У него был 21 год последний, когда он что-то мог. Ну, когда реально что-то решалось. Потом все. Сейчас эра тапка пошла, но которая тоже, похоже, заканчивается постепенно. А сейчас он в Феррари переходит. В 25 году он в Феррари будет. Свинина в Феррари — это просто мем. Это будет новый мем. Новая эпоха. Веселый год, чую, будет. Если доживем. Даже 2 года веселых будет у нас сразу, наверное, подряд, я чую. В формуле. Автомат после первой бомбы поломается — это бан. Это бан. Почему? Потому что он хэм. Ну там же сокращают эти фамилии, когда тайминг показывают. Поэтому свинина. Типа Хэмилтона там пишут хэм всегда. Ветчина. Ну, похуй, окей. Ветчина не звучит, ладно.
Как и Red Stew тоже нихуя не суп, но, блин, один хер суп. Когда это вроде типа рагу. Ну, кому не похуй. Суп понятнее звучит. И вкуснее. Все, пошли отсюда. Ладно, я думаю, хватит. Полчаса хватит. Лопата все еще нас ждет. Лопата нас все еще ожидает. Я пожалею об этом, да, ведь? Но у меня статы такие хуевые статы. Такие плохие статы. Ну ладно. Я все же думаю, это стоит того. Аркада еще одна. Аркада еще одна. Опять аркада есть. Какой же пиздос. Как же игра хочет, чтобы ее ломали. Как же она этого хочет. Посмотрим. Посмотрим. Разберемся, как говорится. Так, у меня есть билд на этаж, все. Ой, это идеально. Это просто идеально. Нифига там на минус насрал. Насрал так насрал. Ебать, опять Нин. Чуть сегодня много Нина. То свинина, то Нина. Нина. Ладно, не Нина. Просто Нин, наверное. Стану Нин называть Ниной. Ёб твою мать. А нахуя столько пауков? Спасибо еще за 200. Спасибо еще за 200. 1, 2, 3. Господи, what the fuck. Где? А, не, я вырубил. Все нормально. Это не все зависло. Господи, Резон. Опять пошли это. В турне по нижнему интернету пошли. Озон это магазин, ну в том числе. Бывают и такие озоны. Бывают всякие. Так, это, кстати, хороший тринкет. Он мне сейчас очень пригодится на сделку. Так, да я думаю, босса я там никакого не боюсь, правда же? У меня бомбы золотые. Что я могу сделать на босса? Пока синих войсон оставлю. Let it beep over and over. Yeah, it's a funny alert. You just don't know Russian feeling, that's your mistake. That's why you're missing out. А второй чё, а не второй играет, окей. Да ща найдем. Ща поищем. Секретки все. О, господи. Это то самое. Ну это, конечно, не билд, но окей.
Опа. Для Ютуба. Для Ютуба сейчас у меня, по-моему, Ubust работает. Он пока у меня все еще нормально работает. Ну или эта херня, которую все юзают, как ее. Goodbye, DPI. Бывает, ее тоже использую, если не работает. Ёпта. Ёпта. Найс. Перфект. Не YouTube Boost, а U-Boost называется. Это типа расширение, это для хрома расширение такое есть. Оно уже, правда, один раз отвалилось. Ах, хуй! Аллергия на замедление Ютуба. Бля, спасибо. Ёб твою мать. Чё я нахуй делаю, еблан? Скорость просто отстойная. Скорость тотально отстойная. Так, не забыть про стигмату и про всю хуйню. Надо... НЕ ЗАБЫТЬ! Ебать, еще синяя. Лол. Лол. Так, ты умирай. С тебя я бы хотел найти хелсап. В идеале. Это в идеале. Спасибо еще за 2 сани. Бип, бип. Старс удалит эту. Старс удалит. Да почему ты опять не работаешь? Он удалит плаценту, так что я не могу юзать ее. Бля! Да, я еблан. Блять, я отвлекся. Я отвлекся. Я еблан. Я забыл про эту хуйню. Ну ладно. Да Наталюс меня троллит, сука, потому что все надо теперь вручную открывать. Ладно. Он там пердит, что ли? Чуть-чуть звуки странные. Какие звуки странные. Окей. Окей, 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 окей. Окей, это хорошо. Я только рано это взял. Я рано это взял, но мне похуй. Надо было хп слить сначала, потом брать. Это хорошо. То есть мне по итогу ролить-то нечего, да? Ролить-то мне по итогу будет нечего. Скорее всего. Ролить-то по итогу будет мне нечего. Так, аккуратно, там были шипы? Я не помню. Здесь не было. Вроде не было. Стигмата. А хотя, слушай, я могу плаценту нахуй выкинуть. Я могу ее нахуй выкинуть в конце фарма. Или прямо сейчас даже почти. Слушай, слушай, не, норм, норм. Я ее нахуй выкину и паролю. И паролю в этом руме. Угу. Да-да. Да-да, я так и сделаю, наверное. Три года, да я вспомню, наверное. Я просто хочу денег побольше на фарме с другой стороны. Я хочу побольше денег все-таки нафармить. В том числе. А че я бомбы не беру, я троллю? Я тренку возьму, когда уже будет прям конец. Когда будет конец фарма. Ну, то есть, когда я буду роллить айтемы, которые... которые будут в этом руме. Чтобы там не было активок. Хотя, в принципе, активка хуевая пока.
Я, может, наоборот, хочу активки. А, в Ангел Руме, это правда. Но там, правда, там ролла не будет. А там ролла не будет. Я не знаю, а это точно, блядь, сложно. Я не уверен, что это выгоднее. Я не уверен, что это выгоднее. Заебись. Без стринки-то сработало. Как будто выгоднее просто поролить. Не, ангел и так будет еще до хрена и больше. Как будто выгоднее просто все-таки поролить два айтема. Я все же, наверное, не буду юзать на ангеле. Мидбоя, кстати, мидбоя я сделаю, да, да, кстати, мидбой, реально. Реально. Я мидбоя могу сделать. Да-да-да. Это вторая версия, да, по-моему, она сегодня уже была. Причем я думал, что это та самая версия. What the fuck. Нет, пока не послушаем. Сегодня на ним в ударе. Спасибо большое, ним за 400 рублей. Другой налёрт. Раз, два, три, четыре. Все. Имба. Имба. Опять. Надо помочь несчастному виджету. Он сам ничего не может сделать. Ладно. Еще одного? Не, еще одного я вряд ли уже сделаю. Я могу сделать орбиталку, но мне кажется, она мне нахуй не уперлась. Бомбы пофармим. А, бомбы, которые эти. Ну, блядь. А, видео, да, я видео не врубил. Что видео, сука, само теперь не включается, нихуя. Надо делать ручками, блин. Так. А, так. А он игнорит тринкет? Он, наверное, игнорит, наверное, тринкет. Скорее всего. Он его, скорее всего, игнорит. А что я делаю? Я же так останусь без денег, подожди. Да-да-да-да, я уже понял свою ошибку. Я уже понял, что хуйню делаю. Ну так, чисто маленько пофармим, чтоб пикапы маленько насрались, хоть что-нибудь. Конечно, в идеале надо бы найти, конечно, какую-нибудь карту еще на айтемы. Но это, конечно, в идеале. Блять, одни бомбы падают, спасибо. Бомб мне, по-моему, хватает уже. О, ключи, окей, ключи полезнее. Ключи все же пополезнее будут. Золотой. Вау. Жаль, мы даже всего один был бомж на бомбе, а не 20 штук. Увы. О, синенькая. Синенькая, хорошо. Ага, еще бомба, спасибо. Чат умер, по-моему. Ага, чат у меня сдох. Классно. Я тоже. Добро пожаловать в чат. Добро пожаловать в чат, чат. Добро пожаловать в чат, говорит мне чат. Здравствуйте. Чат вернулся. Твич, мне кажется, охуенно опять работает. Но ничего нового. Денег мало падает, одно плохо. Деньги особо не падают. 19 копеек всего. Маловато, конечно. D20 бы еще. Не, D20 явно не будут. D20, увы. Какая была хелсап? Я одно понять не могу.
Почему? Хелсапа я не вижу. Был же хелсап. А, окей, это, вот это будет хелсап. Ладно, все, хватит. Давайте. Закругляемся. А, терза берется, наверное. Паролить. Нет. А как это вообще? Я не знаю, как это работает. Не хочу. Да, не. Да. Да, 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 да. Окей. 40 нахуй минут. Ёб твою мать. 40 минут. С ума с... Нет, это забег, конечно, да. Судя по всему, наверное, последний. Этот забег явно будет последний сегодня. 41 минута, ебанись. Но это того стоило, это того стоило. Это того определенно стоило. Жесть, просто жесть. Я таблетки не могу есть на этаже, потому что я могу улететь в комнату ошибки, это будет минус 3. Если получится телепорт в комнату ошибки с второго этажа. Я буквально не могу этого делать. Небольшой таймлосс, да. Немного потеряли время. Ну, завтра отыграем, может, там когда-нибудь. Отыграем снова. Да, видео скрасил, да. Спасибо, ребята, еще раз большое за поддержку. Спасибо. Скрасили нам фарм. О. Блин. BFF. Вау. А. Окей. Тогда о чем речь-то вообще? Ни о чем речи нет. Давай, биф. Еще один. Бля, надо было брать с собой, походу, этот. Пилер надо было брать с собой. Я бы еще одного сделал мидбоя, возможно, сейчас. Пиздец. BFF мидбои. Какая же имба. Какая же ебучая имба. Так, аккуратно, аккуратно, аккуратно. А я хз, что это будет? Дальность все равно будет, или... Это будет терза, окей, найс. What the fuck, какой лейаут редкий. Какой редкий лейаут, по-моему. Здорово, здорово. А, да, конжойн сделать было бы здорово на трактор бим. В смысле F. А, озон F. Там видео в топовом 15 стрим, блядь, F. Меня... Так, не пугайте чата, сегодня так уже весь дерганный. Этими лагами. Ладно. Надеюсь, стрим все-таки уже выживет до конца сегодня. С того сторон дожить и все нормально будет. Так, я пойду? Не, я не пойду в узкую керсу, это опасно. У меня дескарта, она успех мне как бы не гарантирует все же. Озон тоже выжил, да, Озон-то выжил. Он же вроде нынче спортсмен вроде. Чё с ним будет? Все выживут. Спасибо. Блин. Почему я пилёр с собой не взял? Кстати, хороший транзишн после озона. По-моему, идеально, просто идеально, по-моему. Ой, погоди, я же могу еще вот так сделать. Стоп. Ребята, подождите. Сейчас же вообще нормально будет. Еще и в зеркале. Просто идеально будет. Ебать, там звук смешной, наверное. Жаль, я этого самого не могу услышать. Эх. Жаль, я этого не слышу. Так, ну дальше я не пойду нахуй. Не изменилось ничего. Бля. Жаль. Еще не поменялось. Не так сад, на самом деле. Получается, музыка в обе стороны может играть. И так прекрасно звучит. Идеальная композиция получается. Музыкальная. Так, вроде вернул.
А сейчас я даже схожу. О! Нихуя себе, что я тут не пропустил, блин. Чуть не пропустил. What the hell? Тоназия валялась. Так, ладно. Нож есть. Мидбой есть, все, погнали. Бомб мне хватит, кстати. На шахты мне бомб хватает. Вроде как. Это радует. К шахтам я готов. Удача? Ну, удача, типа, да. Но все равно будет прокать. Иногда. Ладно. Может, мантию найдем, кстати. Может, тогда где-нибудь к концу рана получу удачу. Тоже возможно в теории. Все возможно в теории. Это лишь в теории, но все возможно. Ран прям, да. Очень лихо разогнался. Я говорю, я не особо люблю фарм плацента, но, блин. Когда это на первом-втором этаже, деваться особо некуда. Все-таки стрик это про выживание, так или иначе. И типа там реально, ну, рам был говна. То есть старт вообще был никакущий. То есть у меня был Абель, и все. И суп, который бы сдох где-то еще к концу Б2. То есть это был весь мой билд. Ну ладно, еще может было бы вот эта хуйня была бы возможно. То есть там буквально нихуя не было на старте интересного. Оно, конечно, понятно, что в теории так можно было пройти, наверное, но... Но если есть возможность, надо их использовать в таких случаях. Так и первый этаж это я фармлю всегда почти. Надо все соки с них высасывать с первых этажей. Евхарис я в Сокроме нашел, да. И тоже из-за плацента уже. Это уже было... А, который за нет в трекере. Да, я же ее удалил. Я же плаценту еще и удалил. Господи, какое... Какой просто удар просто в псину. Я же еще ее и удалил при этом. У меня же больше ее нету. Так что вот. О, это конжойнт. Спасибо еще за 200 на нем. Кстати, это синергия. В общем-то. Не, автомат пока чинить не хочу, наверное. Я могу, блядь, углу посадить. Я не буду сидеть, блядь. Опять что-то сильное пошло. Интеллектуальный контент пошел. Просто как же BFF разъебывает с мидбоем этим. Блять. Какой же актер все же. Блять. Ну хоть телека, кстати, нет, хорошо. И слава богу. Хоть телек выжил в этот раз. Или, видимо, он до этого, видимо, уже сдох. Ебать. Что сегодня на вас нашло-то, господи? Спасибо за 200, 1, 2, 3. Это же вторая, да, кнопка? Алло? Алло, Фредик. Алло, yourself.
Это все плацента, да? Когда акуленок, друг? Hopefully never. А. Дайте 3 дня. Разберемся. Весь ран стал быстрым, у меня скорость еще какая-то огромная. Прям реально уже можно бежать. Ой, как быстро. А, я видео не включил, блядь. Бля, видео такое короткое больше, я даже не понял, что я его не включил. Бля. Заскамил на видео. Эх. Эх, бля. Ебучий Наталерц не хочет сам, блядь, ничего включать. Пропустили контент. Да, 3 пакета крови, да. Это да. Это, кстати, же не работает, да, наверное? А, стоп. А, нет, это работает, окей. Как-то оно работает. Спасибо за удачу. Но рам явно, да. То явно, видимо, на YouTube пойдет. На час. Не, уже больше часа видео будет. Длинное будет видео. Спасибо, еще 200 дадим. Видео, бля. А это видео нельзя встроить, какой скам. А это видео нельзя встроить. Блять. Опять скам. А, там же столько обращения с телевизором, наверное, из-за этого нельзя. Бля. Увы. Как же я скамлю? То я скамлю, то Донатальер скамит. Он не дает видео встраивать это. Ну там, короче, да, там Amazon телек пиздит, если что. Очень-очень сильно пиздит, походу. Ебать, сейчас, по-моему, мыша пойдет. Осуждаем такое жестокое обращение, да, с техникой. Осуждаем. Спасибо за 30 дыркуров, за комиссию. Там еще классика. Которая не воспроизводится. Да ёб твою мать. Чё ж так все плохо-то сегодня, а? Все криво. Два трека? Я могу 3 еще включить, но... Мне лень. Могу сейчас свой врубить. О. Теперь пошло. Да, там походу еще и выжлинг был. Ну, Кирюха, это вроде же он, да. Я это у кого-то, по-моему, это ТТС, по-моему, слышал с этим. Жестко. Да-да, это, видимо, оно. Я просто видео не вижу, а то, которое... Я то же самое, что вы, слушай. И видео тоже не видел. У меня оно в браузере скрыто. В другом окне. Человек-человек. Можно денег маленько, наверное, закинуть, чтобы хоть было 500? 500 будет? Будет, слава богу. На. А, кстати, эксплозива, алло.
Просто идеально. Раз, два. Да, блядь. Так, нож есть. Все, поехали. Все под контролем. А где мозги? Где мои мозги? А вон они, окей. Кто-то убежали. Кто-то ускакали мозги-то. А хотя, бля, ебаный цемент. Цемент руина. А цемент-то руина. Спасибо, что отвисали. Так, ребята, счету, наверное, на сегодня уже хватит. А то я больше Тарни уже не буду сегодня играть. А то я сейчас еще заскамлю, стрим закончу. Спасибо огромное, ребята, сегодня за эту огромную поддержку. И пофармили, и озона посмотрели. И человека яйца послушали. О, еще походу послушаем. Спасибо. Это, думаю, еще успеем послушать. Вроде должны. Человек. Да он скипает каждый раз. Блин, эти видео, походу, нельзя встраивать. Блять, какой скам. Короче, он не дает встраивать видео, где ломают телек. Так это прикол. Бля. Увы. Да это уже дважды скам. Дважды это скам, блин. Он не дает их встраивать в это окно, а я не могу их отдельно, пока у меня нету окна, чтобы отдельно его показать. Нету сцены. Эх. Блять, бедный телевизор, ёб твою мать. Нахуй тут ломать технику, а? Дорогой еще поди телек нахуй. Эх, бедная техника. Если второе видео уже пошло при этом. Включилось. А, это отсюда же, господи, окей. Кусок. Блять. Ай, блять, пауза в активной руме. Все. Ну, пиздец. Все, точно. Удаляем стрик, точно. Все, теперь уже без вариантов. Теперь точно заобузил. Теперь точно обуз. Я сегодня уже два раза, по-моему, заделал. Так что все, стрик уже давно уже. Нелегитимен. Пинки. Удача. Бля, теперь еще и F, серьезно? Твич, иди нахуй, а? Серьезно? Твич, дай сегодня забег-то уже, ну... Да пройти, а? Походу, видимо, уже не даст. Все. Походу, все. Опять смерть. Какая же смерть, а не Twitch? Но опять, сайт у меня открывается. Просто, сука, серверы дохнут. Ладно, ждем. Или не работает, похоже, у меня чат вроде все равно не работает. Подключение к чату.
О, теперь опять вернул. Ой, господи, не Твича, ебаные страдания какие-то опять. Господи, дайте мне стрим закончить, Твич, пожалуйста, дай мне закончить стрим. Осталось маленько допройти уже. Так, теперь у меня чат сдох, охуенно. Стрим идет, чат сдох, охуительно. Спасибо, Твич, спасибо. Окей, вроде вернулось. Добро пожаловать в чат. Все-таки оно вернулось. Спасибо еще, Двистанем. Да я не уверен, что на опять это видео пойдет. Что-то видео с Озоном что-то как-то... Не хотят у нас что-то идти порой. Может быть, это пойдет. Будем верить. 6 забегов, 3 отвала. Прям норма. Еще удачи. Масло. Ладно, это навряд ли я уже как-то реализую все же. Опа. А чего скипнуло? Видимо опять скам. О, видео пошло зато с Озоном, ничего себе. Успи. Блять, а что так громко-то, ёб твою мать. А, он телек наебнул, что ли, опять. Опять минус телек, да ёб твою мать. Блять. Да за что, блять? Да зачем? Бедный телевизор. Есть какое-нибудь, не знаю, общество защиты телевизоров? Они бы туда бы лучше бы обратились после этих видео. Ужас. Телепорт можно оставить. Нормально ёбнуло. Куда я пошел? Потерялся. Ау, господи, мухи. Так, Твич, живи. Живи, пожалуйста, дай мне забег закончить. Уже почти готово. Еще маленько. Буквально еще 2 минутки. Пускай ран сейчас идет, офигеть. Ну, кстати, час, из них полчаса это был фарм-плацент. Так что, в общем-то, ран-то не особо-то и долгий, если так подумать. Но фарм, конечно, был лютый. Фарм был, конечно, лютейший. И фарм-бомба. Ну, бомба там тоже вроде было недолго. Бомбы были вроде норм. Плюс-минус. О, господи. Спасибо. Еще раз 200 на нем. Но уже будет на сегодня последнее видео. Которое, конечно, не откроется, да? Или... Чего? Сеанс критического секса? What the fuck? Звучит страшно. Такое можно показывать? ТНТ? Ты что, Дом 2, что ли, или что это? Что там за звуки? Кошмар.
Причина тряски. Мимолёрты, бля, реально это похоже на мимолёрты, блядь. Ужас. Люди заобузили отсутствие мимолёрта на канале. Ё-моё. Либо что там происходит. Причем и в донате, и в игре, и там что-то жесткое происходит. А, Брим, а я забыл про Брим, я забыл. Я сегодня зверя, кстати, Брим уже отражал. Я сегодня уже зверя Брим отражал, ладно. Забыл, да, здесь. Ну ладно. А! Да ёб твою мать, куда вставать-то? Я не понимаю. Сапчас! Сапчас! Ой, прям видео кончилось прям. Идеальный тайминг, идеальный тайминг. Так. Ладно, ребят. Все, этот забег, мне кажется, закончен. Как и сегодня стрим. 119. Жаль, не 120, но ладно. 119.